В Беларуси он появился относительно внезапно. То есть, смотрите, если мы будем делать какой-то анализ ретроспективный, то до 2020 года мы не можем вспомнить какой-то очень яркий, долгий период какой-либо экстремистской деятельности. И да, были какие-то противоречия, но они всегда находились в рамках диалога с государством, диалогом с обществом, и активного экстремизма не существовало. Опять-таки, мы уже сегодня поговорили о том, что благодаря интернету в 2020 году мы наблюдали картину, когда можно было в краткие сжатые сроки привлечь к какой-то негативной деятельности очень широкий круг населения. И вот мы увидели его в начале 2000, ну, в середине 2020 года. Поэтому в Беларуси, говорю, самое яркое, что можно говорить, то, что он появился как-то очень внезапно. На сегодняшний день мы понимали то, что была ситуация, где можно было в принципе потерять государство, потому что это неуправляемые массы с точки зрения государства, но вполне управляемые извне. Да, вот те какие-то направления деструктивные и так далее и тому подобное. И сейчас мы видим, как государство старается не допустить повторения той ситуации, которая была.